Художники, режиссеры и сценаристы из 40 стран собрались в Ереване на ежегодный международный фестиваль анимационных фильмов «Реанимания». В этом году фестиваль отпраздновал 5-летний юбилей, который совпал с 75-летием армянской анимации. Фестиваль стартовал 26 октября. В программе единственного анимационного фестиваля в регионе было показано 212 фильмов. Самой ожидаемой премьерой в этом году стала лента «Моя мама живет в Америке и видела Баффало Билла» знаменитого французского режиссера Марка Бореала. «Мы очень взволнованы, так как некоторое время назад из-за недостатка финансирования само существование фестиваля было под угрозой. Но теперь можем быть спокойны, все проблемы решились, и мы уверены, что фестиваль будет жить». В этом году мы получили 600 заявок на участие. И что важно, среди них много полнометражных лент. Для армянских мультипликаторов это возможность не только получить бесценный опыт, но и показать свое творчество коллегам и зрителям. Фестиваль стал своеобразной площадкой для творческого обмена между деятелями искусства разных стран. В армянскую анимацию приходят новые люди. Эта профессия становится популярной среди молодежи. В 2008 году на первой реанимании армянские аниматоры представили две работы. В этом году фильмов местного производства было уже 13, причем три из них были включены в конкурсную программу. Член Международного совета реанимании, президент знаменитого анимационного фестиваля Аннеси Тициана Лоски пообещала более тесное сотрудничество с реаниманией с целью расширения горизонтов армянского фестиваля. По сравнению с тем, что я наблюдала во время прошлого моего визита, фестиваль прогрессировал, он лучше организован. В программе есть фильмы, которые не были еще показаны в Европе, а это говорит о том, что ВРЕЖ работает очень хорошо, выезжает, принимает участие в других форумах, устанавливает связи с аниматорами других стран. Это здорово, так как именно это является залогом успеха. Лучших мультипликаторов назвали на церемонии награждения 31 октября. Но на этом праздник не закончился. В этом году впервые фестиваль пройдет в Нагорном Карабахе. С 1 по 3 ноября в Арцахе увидят подборку лучших фильмов реанимании 2013. Мария Овсепян, Давид Аветисян, Пол Чатерджан, Саркис Харазян, Сивильнет.